Глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям как в самой РФ, так и на всем постсоветском пространстве. Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму. Путь к демократическим переменам в России на всем постсоветском пространстве, приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду днем. Европейская интеграция – это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста, подчеркнул Зеленский.